Саш, что мы будем делать во время карантина, когда все дома сидят? Как что? Будем знакомиться в интернете. Зачем? Как зачем? Для создания серьезных отношений. Да там извращенцы сидят. Да с чего ты взяла такое? Но у меня много знакомых, кто познакомился в интернете и создали семьи. Тогда создаем марафон знакомства в интернете и создания серьезных отношений. Мы научим вас, как и где размещать анкеты и привлекать к ним внимание мужчин. А также, как проверить серьезность мужчин, которые вам пишут. Вы подготовитесь вместе с нами к свиданию. И будете на этом свидании неотразимы и самое лучшее в глазах мужчины, с которым встретитесь. Марафон длится всего лишь 14 дней, и через 2 недели у вас уже будет 5, 6, а может быть 10 ухажеров, из которых вы сможете выбрать спутника жизни. И думаю, что мы 30 апреля начнем этот марафон, и вы получите очень хороший результат. Присоединяйтесь!